Эй, Даш, Макс, чё, всю ночь не спали опять? Да, я не спала всю ночь, сидела в интернете. И я... голова болит. Давайте, просыпайтесь уже. Кстати, круто Толянты снял свой последний видос. За ночь он еще и 500 000 просмотров набрал. Это же мечта любого блогера. О да, сегодня еще одно улетное видео сделаем. А вот приехали. Куда ты нас привез-то? Давай рассказывай о своей улетной теме. Ребят, тут в этом здании заброшенного завода рабочий задохнулся от задымления при пожаре в начале 90-х. Слышали, наверное? А сейчас вот тут его призрак гуляет, по слухам. А я не верю в эту шнягу. Да и я не верю в это. Развеять хочу эту бредовую легенду. А то детские сказки понаплели, блин. Может, сходим туда вместе? Так давайте сходим. Заодно пофоткались бы. Я давно ничего зачетного не выкладывал себе в интернет. Кстати, у меня вот что есть. Карта. Она поможет добраться. О, ништяк, ништячок. К призраку нас карта приведет. Ну, let's go, детки. Ребят, может не пойдем? У меня что-то плохое предчувствие. Слушай, она права, не стоит туда идти. Да вы чё, Макс, Даша, сейчас мы по-быстрому туда и обратно. Вы же все сами рвались в моем новом видео сняться для популярности. Вот у вас теперь шанс какой есть. Лёх, возьми-ка из багажника фонарь, вдруг пригодится. У меня еще вот такая штука есть, на всякий случай. Тебе она не понадобится, разве что мышей отгонять? Ну хотя бы мышей. Как показывает карта, дверь там. А что тут свет-то горит? Так рабочие тут проводку провели. Хотят складские помещения сделать. Так у меня все равно свой фонарь есть. Жутковато тут. Да, нам надо выйти обратно. Дальше не идите. Да не ломайтесь вы так. Сейчас проведаем Петрика дядю Валеру, или как его там звали. Эй, Валера, выходи, тебе Лёха и компания. Хватит нас очковать уже. Все свои. Не смешно, нужно отсюда выйти. Слышь, милашка, закрой ротик свой. Ты чё, не хочешь селфи с призраком? Хочешь много лайков, а я вот хочу. Так что давай сделаем селфи с Валерой. Так, вот. Вот тут это было, в этом помещении. Лёх, посвети! О, чётко. Я первый к Валере иду. Лёха, ну что там? Лёха! Лёха, живой? Лёш, ну не смешно. Хватит уже пугать. Бум! Лёха, не смешно, блин. Очкуны вы все. Здесь нет никого. Дяди Валеры тоже нет.
Давайте зайдем внутрь, осмотримся. Привет, мои дорогие подписчики! Мы сейчас находимся на старом заброшенном заводе по производству кинопленки, где, по слухам, живет призрак. Хочу развеять эту легенду, тут никого нет. Все, ребят, теперь можно уходить. Дело сделано. Эй, постойте, постойте. Давайте сделаем селфи. Давай. Эй, Толян, Макс, идите сюда. Красотка. Я не буду. Ну и хрен с тобой. Давайте, идите сюда толпой, пацаны. Ну все, можно идти. Теперь у нас есть фотка с хаты дяди Валеры. Тёлочки все мои. Много лайков обеспечено. Кто здесь? Что ты там увидел? Мне страшно. Что это было? Где Макс? Куда делся Макс? Куда Макс делся? Выходим быстрее отсюда! Я же говорила, что нужно было выйти! Выходим! Чё за хрень? Быстрее! Бежим! У меня еще вот такая штука есть, на всякий случай. Тебе она не понадобится, разве что мышей отгонять? Ну хотя бы мышей. Ребят, я все видела. Не ходите туда. Ты что, дура что ли? Совсем крыша поехала у девочки. Спать надо больше, дорогая. Идем.